Друзья, привет! Вы на канале Роман Морозов, полезный канал. Давно мы с вами не собирались на водоемах на рыбалке. Тому было множество причин. Я и болел. Потом у нас оттепель стояла целую неделю, все текло, как весной. И вот сейчас минус 19 градусов. Тоже, можно сказать, очень холодно. Многие не поехали бы на рыбалку, но я для себя решил, хватит. Пора начинать. Тем более, что супруга подарила вот такую замечательную зимнюю палатку. Azor Fishing, посмотрите. Думаю попробовать ее сегодня протестировать, установить при вас и оставить свое мнение о ней. Кроме того, сегодня у меня две удочки. Одна мормышка, чертик, другая для ловли осторожной плотвы. То есть это маленький груз и самый-самый маленький крючок. Посмотрим, какая снасть будет уловисти. Ну что же, поехали! Azor Fishing. Палатка зимняя, дуговая, полиэстер, стеклопластик. 185 на 185 на 140 сантиметров. Желтая. Состоит из полотнища самой палатки и дуг из стекловолокна в отдельном чехле. Дуги вставляются в рукава палатки с внешней стороны, перевязываются по центру в месте пересечения и фиксируются по краям в пластиковых держателях. Держатели фиксируются на льду четырьмя металлическими ввертышами, которые приобретаются отдельно. Дуги из стекловолокна состоят из сегментов, каждый из которых вставляется друг в друга. Чтобы сегменты дуг не потерялись, они удерживаются продетой в них резинкой. Главное достоинство палатки – цена – 1050 рублей. В остальном она мне не понравилась. Это палатка без дна, ткань ее намокает и ее нельзя использовать в качестве летней. Сшита неровно и откровенно некачественно, торчат нитки. Главный недостаток – стеклопластиковые дуги. На морозе они стали хрупкими и по этой причине установить палатку мне не удалось. К покупке палатку не рекомендую. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!